Всем привет, с вами Лига Music Wars, и мы продолжаем баниться. Так что с вами Сосо Админс, и мы начинаем веселиться. Сегодняшнее видео, ребята, будет о разборе студий, которые нужно и необходимо менять и качать через каждые хотя бы 4 уровня. Потому что прыжок в улучшениях становится просто колоссальный. То есть 15 уровня инструмент обыкновенный получается через 4 уровня начинает приносить на 25, а бывает и больше, процентов меньше характеристик. Надеюсь, кто-нибудь хотя бы делает, ребята, обзоры на подарки и что будет. Потому что, посмотрев ближайших ребят, кто делает, единственное, что делает, это открытие. Ну, Катюшу, кто не докачал, ребят, докачивает. У меня она максимальная 10 уровня. Энергетический преобразователь. Видео у меня есть на канале с прекрасным обзором. Можете написать энергетический преобразователь, и все будет. Поиск героя, хищник мы сделали, модульную печь сделали, чипователь делали, супермодуль делали. Не забываем, ребята, смотрите, до 2.06 будет акция. То есть, соответственно, после чего будет последняя волна акции. Надеюсь, я на нее попаду. То есть, ну, скорее всего, нет, наверное, попаду. Она как раз же должна будет идти 2 недели. Я чисто на последнюю как раз попадаю. Ну, а сейчас давайте, ребята, пойдем к студии у нас. Так. Где она у меня? Вот. Ой, блин, какая маленькая. Давай будем больше. Ну, вот так. Вот так мы чуть-чуть побольше. И база побольше, и циферки побольше. В общем, все видно. Вот, здесь у нас такая вещь. Ребята, внизу я разбил листы. Вот здесь, смотрите, с 4 по 10, с 11 по 15, с 16 по 20, с 21 по 25 уровень. И с 26 по 30 уровень. Пожалуйста, ребята, не забываем, выбираем. Можно, конечно, студию апгрейдить, как я и говорил. То есть, получается, через 4 или 5 уровней. То есть, подсматриваем, если вы сидите на, допустим, 16 уровне, то примерно подбираем, соответственно, из 15, что у нас есть, и выбираем из 16 уровня то, что у нас есть. Ну, чтобы максимально увеличить свои характеристики именно на этом уровне. Но для любителей 30 уровня, каким я являюсь, пока меня полностью не забанили. В общем, здесь, ребята, полная студия. То есть, начиная инструменты, акустика, роскошь и так далее, все точно под 30 уровень. Также есть 29, 28, но они проходные уровни, поэтому топовый уровень 30 выкачиваем. Спасибо большое всем, кто помогал редактировать. Отдельно спасибо Димке, он очень сильно помог, очень много собирал из этого. Базу, ребят, я закрыл, редактировать ее больше невозможно, можно только смотреть. Если какие-то есть замечания, оставляем в комментариях. А так, ребята, база полное оружие у вас есть, база полная всех студий у вас есть. Пользуемся. Спасибо большое за помощь. Ну, лайки ставим, все, хватит, сколько можно уже. Пока, счастливо.